Звездный час возвращает в детство. В Ульяновске названы имена победителей фестиваля художественного творчества среди воспитанников детских домов. Ребята пели, танцевали, читали стихи, ставили сценки и цирковые номера. Лучшие из них представили на гала-концерте во Дворце творчества детей и молодежи. Для нас это всегда итог творчества наших воспитанников. Они очень тщательно готовятся, переживают, шьют костюмы, готовят номера. С ними вместе переживают их воспитатели, руководители детских домов. То есть для нас сегодня гала-концерт – это праздник творчества наших воспитанников. На сцену вышли более сотни ребят, воспитывающихся в региональных детских домах. Все победители и призеры отборочных этапов областного фестиваля «Звездный час». Но главная награда еще впереди. Это участие в традиционном окружном проекте «Вернуть детство». Ульяновская область на протяжении 15 лет активно принимает участие в проектах, реализуемых аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Воспитанники нашей области в разные годы были победителями и призерами в танцевальном, вокальном, а также оригинальном жанрах. Подтвердить свой статус ребята смогут и в этом году. Окружной фестиваль «Вернуть детство» пройдет в Уфе с 18 по 20 сентября.